Инициаторами мероприятия выступило добровольческое движение «Белая река». А помогли им в организации подростковый центр «Самоцветы» и сотрудники отдела молодежи администрации. День объятий – сравнительно молодой, но успевший стать популярным международный праздник. По традиции, в этот день можно заключать в дружеские объятия даже незнакомых людей, что и делали с удовольствием все приглашенные на флешмоб. А волонтеры движения «Белая река» развлекали гостей праздника и помогали им раскрепоститься объятиями и танцами. Сегодня будет проведен манекен-челлендж. Это мероприятие с замиранием, я думаю, будет достаточно интересно, потому что народ собрался очень активный, в основном это молодежь. Как я уже сказал, мероприятие посвящено Дню объятий, просто для того, чтобы подарить друг другу капельку тепла в эти такие немножко пасмурные и прохладные дни. Учеными давно была доказана польза объятий. То, что они не только положительно влияют психологически, но даже повышают иммунитет. Вместе с ведущими мероприятия молодежь принимала участие в веселых детских забавах, помогающих согреться и поднимающих настроение. Для одной из таких развлекательных игр «У кого удав длиннее» все присутствующие разделились на две команды. Под зажигательную музыку участники каждой должны были снять с себя какой-то предмет одежды, связать их друг с другом и таким образом создать удава. Я первый раз на этом празднике, День объятий, мне очень понравилось. Здесь все нас обнимали, и очень хороший праздник. Почаще бы нам таких праздников. Долгожданным гвоздем программы стал массовый флешмоб «Манекен Челлендж». По-другому его еще называют «Останови время». В этом и суть всего. Как только начинает играть музыка и ведущая завершает отсчет, каждый участник флешмоба должен замереть в какой-то интересной позе, передающей движение. Цель флешмоба «Манекен Челлендж» – создать иллюзию того, что время действительно остановилось. Участники мероприятия отлично справились с задачей. Каждый показал что-то необычное и сумел невозмутимо застыть в эмоциональной позе. Несмотря на снежную и пасмурную погоду, организаторы праздника сумели подарить всем гостям праздника замечательное настроение и прекрасные воспоминания. Эмоции, город Кумертау! Аплодисменты сами себе! Очень хорошее настроение. Несмотря на погоду, мы уже встретились с друзьями, пообнимались. И вообще все отлично. Море позитива и улыбок, объятий. Хотелось бы сказать, что у нас не было таких мероприятий, но очень хорошо, что такие мероприятия сделали, потому что это такое веселье. Так хорошо, круто здесь. Танцы. Здесь очень весело и позитивно. Мы встретились с друзьями, пообнимались. Зарядились энергией. Гульназ Филатова, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».